Івана, це що? Це моє дерево сім'ї Івко. Це батьки моєї мами. А це теж батьки моєго тата. Мого тата. Спочатку в нас появилася Наташа, потім Соломія, а я самий головний фрукт на цьому дереві. А це моя сестра Саша. Вона народила мою племінницю. Її звати Женя. Це вся моя сім'я. Всем привет от семьи Ивко. Сегодняшняя тема – генеалогическое древо семьи. Мои барышни ходят в школу, где иногда возникают достаточно неудобные обсуждения, и моя задача – подготовить их к возможным вопросам и ситуациям, в которых лучше заранее знать, как себя повести. В этот раз было немножечко попроще. В школе задали домашнее задание – сделать с родителями генеалогическое древо семьи. Давайте разбираться, что можно придумать в этой ситуации. Первое, что хочется сказать, это то, что подобных заданий не нужно бояться. Мне повезло, когда Наташа дошла в школе до этой темы, я уже понимала, что, куда и как. Однако предполагаю, что если бы я не была теоретически подготовлена, я бы значительно растерялась в этой ситуации. Более того, таких заданий не только не нужно бояться, нужно относиться к ним с радостью, потому что это лишний замечательный повод поговорить с вашим ребенком о том, кто он и как появился в вашей семье. По-правильному, конечно же, генеалогическое древо – это в первую очередь сведения о тех людях, благодаря которым ты появился в этом мире. Однако, семья – это ведь не только информация о том, кто кого когда родил, верно? Семья – это в большей степени история о людях, которые тебя любят и поддерживают. О том, кто для тебя готовит по утрам завтрак, а по вечерам обнимает и подворачивает под подушку одеяло. Это история о людях, которые рядом в моменты падений, которые рядом, когда стоит разделить гордость от твоих первых выступлений. Это те, кто рядом, когда ты приобретаешь какие-либо навыки или хочешь обсудить какую-либо книгу. Это история о людях, которые рядом в те моменты, когда тебе этого хочется и тебе это нужно. Поэтому, начиная работу над генеалогическим древом, стоит понимать, какие цели вы преследуете. Если генеалогическое древо составляется в первую очередь и в большей степени для понимания своей истории, своих корней, конечно же, рекомендуется собрать максимум возможной информации и включить ее в этот проект. Увы, тематические дети не часто могут похвастаться богатством информации о своих биологических родственниках. В такой ситуации психологи рекомендуют фантазировать. Ну, допустим, ребенок ничего не знает о своем биологическом отце. В такой ситуации можно было предложить ему вместе сочинить, предположить, поразмышлять, пофантазировать на тему того, кем он мог бы быть, как его могли бы звать, кем он был бы по профессии, представить его внешность, подумать о том, кем могли быть его родители и родители его родителей. Иногда такая вот замещающая информация может вполне оказать нужный терапевтический эффект и заполнить пробелы. Если дерево нужно исключительно для школьного проекта, в такой ситуации проще всего включить ребенка в ваш род. Кто сказал, что так нельзя? Это ваш сын, ваша дочь, значит, часть вашего родового дерева и точка. Если внутри что-то противится такому решению, можно пойти и другим путем, не проблема. Бывают дети постарше, которые не скрывают факт своего проживания вне биологической семьи, не очень хотят афишировать реальную историю и обсуждать ее с посторонними людьми. Они имеют на это право. В такой ситуации моя подруга со своим сыном, который получил в школе задание сделать генеалогическое древо, решили просто придумать, нафантазировать парню родственников. В чем проблема? Школьный проект был выполнен, домашнее задание сделано, ни у кого никаких вопросов не возникло, а мама с ребенком еще и в процессе получили кучу удовольствия, знатно посмеявшись над некоторыми фактами. Они, по-моему, придумали про бабушки 17 детей, про дедушку назвали Зариславом Зариановичем, а родственников по маминой линии вообще окрестили фамилиями Борщ и Сало. На самом деле это довольно глубокая, довольно серьезная тема, с которой часто работают тематические психологи, предлагая ребенку те или иные методики для заполнения пробелов. При желании можно рисовать генеалогическое древо в двух экземплярах, в двух вариантах. Одно для биологической семьи, другое для семьи замещающей. Можно объединить две семьи в одном проекте и в районе, где есть корневая система, обозначить те сведения, которые имеются касательно биологической семьи,
а там, где крона и ветки, изобразить ту информацию, которая есть о новой семье, о семье приемной. Если интересна тема, вы можете погуглить сказкотерапию. Это та методика, которую успешно применяют для решения этой проблемы, и это то, что вы можете освоить и применять самостоятельно. Мы с фондом Рената Ахметова считаем, что все дети должны жить в семье, а семья – это главный ресурс для построения генеалогического древа. По большому счету, совершенно не важно, как именно вы собираетесь выполнять поставленную перед вами задачу, главное, чтобы в итоге вас и ребенка удовлетворял конечный результат, и у вашего сына или у вашей дочки не оставалось пустот, которые необходимо заполнить. Не бойтесь нестандартных задач и будьте смелыми в их реализации. До встречи через неделю!